Молдовы, города Кишинева. Меня зовут Зарицкая Ольга, мне 56 лет. Я творческий человек и недавно стала художником. Также умею рисовать песком и рисую уже 8 лет. Участвовала в передвижной международной выставке песочной графики. Выступала со своими песочными шоу, придумала метод работы в театре с актерами и песочной анимацией. Выступала на государственном празднике под живой оркестр, имея призовые места в песочных батлах. Недавно я стала дипломированным художником интерьерной живописи. Это совершенно новый мир, где можно выразить свое сознание разными интересными фактурными пластическими средствами на холсте. Нравится мне рисовать абстракции и абстракционные пейзажи. А сейчас в галерее представлены 15 моих работ. Галерея Art-Decor Park. И хочу сейчас вам презентовать мою недавнюю работу «Эпицентр». Создание работы было навеяно последними событиями в мире. Эпицентр – это центр событий. Оранжевая линия, пересекающая работу, это символическая линия до и после. Фактурные круги – это энергия удара, а фактурной живописи энергия – это очень важно, я старалась ее передать здесь. Символические люди и дома на черном фоне. Серебристый крест-перекресток – это, по-моему, мир, где сейчас находится наше человечество. Этой работой я хочу обратить внимание мировой общественности и призвать к сохранению того, что мы имеем, и быть благодарным за все. Спасибо за внимание.